Прекрасного время суток. Я решила записать это видео совершенно спонтанно. Кто меня не знает, я напомню, меня зовут Икрамова Оля. Я являюсь админом в чате «Результаты», где больше 7000 человек, для того, чтобы давать пояснения, помогать вам разобраться и всестороннюю помощь оказывать. Но, естественно, вам также необходимо присоединяться к этим разборам, для того, чтобы лучше и лучше понимать, что такое клеточное питание. Но вообще, надо сказать, что компания M International наладила производство и сбыт такой продукции под названием клеточное питание через сеть определенную, в которой мы все и покупаем такие вот замечательные коробочки. Но, наблюдая за работой в чате, я пришла к выводу, что очень много людей просто не понимают, что такое клеточное питание. Это ладно, полбеды, но они не понимают, как помочь самому себе. Особенно, когда они видят, какой шикарный результат получают одни. Худеют, здоровеют, молодеют, красивеют. И почему они не получают результат, и кто-то даже получает осложнение. Мне очень жалко тех людей, тех партнеров, у кого такие результаты. Поэтому вот я решила записать это видео и просто немножечко дать пояснение, почему такое может происходить. Я сразу скажу, не являюсь врачом и даже медицинским работником, но клеточное питание относится к разряду питания, поэтому здесь и не нужно специального медицинского образования, тем более высшего. Итак, суть сводится к тому, что когда мы рождаемся на свет, вместе с нами рождаются и возможности по восстановлению механизма, давайте даже так назовем, механизмы восстановления. Медики их называют компенсаторные возможности, компенсаторные реакции. И как это работает? Все вы знаете, что в течение жизни мы получаем какие-то проблемы со здоровьем. Да? Мы болеем, бывает ударились, бывает ногу сломали, подвернули, ушибли, обожгли, попали под солнце и так далее. Кто-то радиацию получил, кто-то тяжелыми металлами отравился. И что же помогает нам не умереть? Это как раз вот эти вот возможности. Компенсация значит восстановление. Вот. И когда мы пришли в компанию M International и начинаем пользоваться вот этими замечательными продуктами, сразу хочу пояснить, они 100% веганские, то есть из растительных ингредиентов. Соответственно, мы должны понимать, что мы даем необходимые детальки этому механизму, чтобы он из них собрал нужные клеточки, нужные части, которые как у здорового человека, то есть вернуть больного человека в состояние здоровья. Вот для чего клеточное питание. Но что происходит с, как сказать, не очень хорошим развитием событий? Но чтобы это было понятно, давайте представим такую советскую мясорубку металлическую. Кто помнит, да? Тут сейчас я картинку добавлю. Сколько у нее деталей? Ну, это в основном корпус, это ручка, это вал, это ножи, это гайка и это такая пластина с дырочками, с отверстиями, да? Ну, и закручиваем мы ее еще. Начинаем мы всегда использовать мясорубку, когда у нас она полностью собрана. Но что бывает, если утрачены какие-то детали? Ну, например, вот такая малозначительная деталь, как ручка. Нет ручки, сможем что-то смолоть? Сможем. Мы возьмем, допустим, пассатижи и будем схватимся и будем этот вал вращать. Но мы сможем перемолоть только что-то очень мягкое, допустим, ну, помидоры, горлодёр сможем себе намолоть, или как, аджика, да? Вот, но если что-то твердое нам нужно будет перемолоть, там, говядину, я думаю, что мы очень быстро выбьемся из сил. Так вот, смотрите, важна каждая деталь. Вот такой же компенсаторный механизм, чем-то похожий у нас есть в организме. В разных системах, органах они свои. Даже если взять иммунитет,
собрать клетку, чтобы собрать клетку иммунную, а их очень много, НК-клетки, клетки-киллеры, лимфоциты, лейкоциты и так далее, нужны свои детали. Итак, детали у одной клетки, детали у другой клетки и так далее. Но мы хотим иметь сильный иммунитет. Механизм остается у человека. Мы даем детальки, мы даем возможности. И вот механизм внутри нас по сборке, он собирает эти клетки. И мы, получается, превращаемся, может быть, из болезненного человека, часто простужающегося или имеющего герпес, герпетические какие-то инфекции, или там, допустим, имеющий бородавки. Он получает такой иммунитет, когда у него перестают появляться папилломы, жировики, он перестает чихать и болеть. Кстати, свой отзыв. Я более года, как начала принимать Blue Max, полгода я его пила, и вот более уже года я не простывала ни разу. Ни разу не чихнула. Это говорит об очень многом. Хотя я сейчас даже его не пью на постоянной основе. О чем это говорит? Что у моего механизма компенсаторного есть все детали, чтобы собрать запчасти иммунных клеток. И, пожалуйста, у меня все было для того, чтобы я не болела бактериальными инфекциями, не болела, допустим, онкологией и так далее. Что происходит с людьми, которые не получают результат? Происходит то, что у них по какой-то причине утрачена какая-то компенсаторность этого механизма. Вот как та ручка, или как тот нож, или как тот корпус от мясорубки. То есть одной детальки не хватает, и уже результата нет. Что нужно делать в таком случае? Нужно, если вы пьете продукт, результат не получаете, обязательно рекомендую посетить тест БРТ. Для того, чтобы специалист совместил с вами этот продукт и увидел, есть ли у вас компенсаторные возможности или нет. Я сейчас прикреплю свой тест, чтобы вы увидели, что у меня было написано. И в этом случае, если он вам говорит, что этот продукт не работает на вас, у вас не происходит вот этих компенсаторных возможностей, этих реакций, в этом случае вам нужно присоединить помощь медиков, помощь специалистов. Давайте подытожим. Это продукт клеточное питание здоровский, замечательный, невероятный, глубокий, умный, интеллектуальный. Но он работает в том случае, если у вас компенсации все замечательно. Если у вас по какому-то, ну, по какой-то проблеме есть потеря, ну, допустим, аутоиммунное заболевание, то вам необходима будет еще также помощь специалиста, который не просто вам поможет здоровье, он вам уже за жизнь надо бороться, да, по-простому говоря. Поэтому для вопросов здоровья это замечательный продукт. Для вопросов жизни, сохранения жизни, вам нужна будет помощь еще специалистов от медицины. Ну, я думаю, что вывод понятен, и теперь не будет такого шквала разочарований каких-то или обид. Если по какой-то причине у вас еще остались вопросы, или вы хотели бы, чтобы я рассказала о действии какого-либо продукта, вы обязательно напишите в комментарии: «Оля, разбери такой-то продукт». И обязательно я разберу на понятном языке, чтобы вам было максимально полезно использование этого продукта для сохранения своего здоровья. До встречи!